Не успел я распаковать одну посылку. Вы знаете, что это кулон гитары мужской. Очень, кстати, прикольный. На шее висит. Буду его постоянно носить. Но сейчас речь не об этом. Пришел только, значит, распаковочку сделал этого замечательного кулончика. И приходит мне, значит, смс-ка на телефон. Типа, мол, такая-то посылочка пришла к вам в отделение почты. Я такой, ага, сейчас уже 4 часа вечера. Думаю, блин, сегодня короткий день на почте. Ладно, была не была. И побежал на почту. И я успел, все мне отдали. Здесь у нас мужская футболочка, значит. Шла она 20 дней. Очень, кстати, быстро. Хороший продавец. Дешевая, 270 рублей всего лишь. Очень-очень крутая должна быть. Ладно, будем рвать в таком вот пакетике, который я благополучно порвал. Должна быть офигенная футболочка. Заказываю ее для себя, конечно же. 3XL. Так, трек отслеживался от начала и до конца. Естественно, вот такая вот у нас хорошая и крутая футболочка. Обязательно ее померю. Вы ее зацените. Ну, в общем, стандартно. Вот такая вот, вот вообще шикарная футболка, всего лишь 270 рублей, обязательно ссылочку дам, там очень-очень много разных футболок, и такие со скелетами, и розочка, смотрите, какая клевая, и тут пистолет, значит, и там есть у продавца и с обычными черепами, и мотоциклы там разные на футболках, в общем, недорого, размеры большие, специально для русских мужиков. Так что переходите по ссылочке, заказывайте и ставьте лайки, и подписывайтесь на канал. Буду рад каждому подписчику. И еще что хочу сказать. Я безумно рад, кто подписывается на мой канал. Я вижу каждого подписчика, кто подписался на канал, кто отписался. Конечно, кто отписывается, это, конечно, сугубо личное дело каждого. Но все же... Пожалуйста, не отписывайтесь, смотрите меня, и будет много-много еще распаковок и посылок разных. Вот такая футболочка, давайте перейдем к ней. Так, все прошито вроде бы. Так, пахнет? Нет, кстати, даже не пахнет, ничего. Так, что у нас здесь? Вот, 3XL. Не видно, наверное, да? Вот, раз, два, три. Вот такая вообще, блин, замечательная футболочка. Вот такой вот у нас пистолетик. Все, в принципе, сейчас примерю, пойдем погуляем с вами. И вы зацените ее, как она на мне. Все. Отличный воскресный денек. Решил прогуляться по парку. И думаю, сниму за одним обзор. Вот этой вот булочки. Вот этот кланчик, если что-то видно. С Алиэкспресс, конечно же. Откуда я еще могу что-то заказывать, брать. Экспресс — это мой любимый магазин. Что по поводу футболки. Футболка очень приятная. Клево, в принципе, сидит на теле. Такая красивая, достаточно яркий рисунок. В принципе, я доволен, за низкую цену. Хорошее качество. 100% шелк. То есть не потею, вообще ничего. Иду вот сейчас, вот, легкий ветерок. И мне нравится, вполне себе отличная футболочка за 270 рублей. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и всем пока.